чтобы побороть это явление в очень специфической, так сказать, сфере борьбы с коррупцией, мы беседуем сегодня с заместителем председателя Счетной палаты Российской Федерации Юрием Юрьевичем Болдыревым. Юрий Юрьевич, я хотел бы спросить у вас прежде всего вот о чем. Каковы масштабы коррупции в сегодняшней России и что является ее источником? Здравствуйте. Ну, наверное, каковы масштабы, все телезрители сами себе представляют, имеют какое-то представление. Другое дело, что людям, мне кажется, внушили, что это вот та коррупция, которая есть, это нормально, естественно, и без этого не может быть. И люди плохо себе представляют, насколько большинство, огромное большинство наших сегодняшних реальных трудностей, и экономических трудностей, и социальных, и даже вот тот масштаб преступности, который мы имеем, прямо вытекает из той коррупции, которая есть. Вот об этом люди мало знают, мало себе представляют. Юрий, откуда, да, пожалуйста. Откуда все это проистекает, я приведу только один пример. Не бывает такого, чтобы все это проистекало откуда-то, что какие-то отдельные нехорошие люди где-то бегают и вот коррумпируют друг друга. Так не бывает. Коррупция может проистекать только из самой власти. Я приведу вам такой пример. Вот мы в Счетной палате, мы занимаемся контролем за тем, как распоряжается власть деньгами налогоплательщиков, прежде всего нашими общими ресурсами. Так вот, буквально вчера мы представили годовой, точнее уже был заслушан годовой отчет Счетной палаты и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Сегодня будет пресс-конференция Счетной палаты в 2 часа в Госдуме. Я, пользуясь случаем, анонсирую пресс-конференцию. Так вот, мы вынуждены были констатировать, что за прошлый год правительство грубейшим образом нарушила федеральный закон о бюджете. Что это значит? Это не какие-то абстракции. Это значит, что имея все необходимые средства в виде доходов для исполнения всех статей бюджета, тем не менее правительство не финансировало эти статьи. И наши проверки достаточно массово показывают в том, что деньги исполнительная власть сегодня тратит практически произвольно. За 6 месяцев этого года, опять же, эту информацию давал вчера представитель Счетной палаты Кормоков в Совете Федерации, мы четко показали, правительство, даже имея средства, тем не менее, не делает то, что оно обязано сделать. Правительство обязано осуществить секвестирование, недобора доходов, то есть, безусловно, обеспечить финансирование всех так называемых защищенных статей, включая здравоохранение и многие другие. Правительство этого не делает. По остальным правительство обязано профинансировать строго пропорционально расходы. Тем не менее, реальная ситуация другая. Приводились цифры, скажем, по ряду регионов, скажем, помощь субъектам федерации по одним регионам финансируется более чем на 150%, по другим, скажем, на 40%. Или здравоохранение, опять же, недофинансируется, образование недофинансируется, программы конверсии финансируют там меньше, чем на 30%. Себя исполнительная власть финансирует на 99,8%, то есть полностью. Угу. А, скажем, органы законодательной власти значительно меньше. А нас, Счетную палату, которая именно и обеспечивает контроль за тем, чтобы все это было строго в соответствии с законом, финансирует примерно 37%. Ильич, вот судите, скажите, сами, пожалуйста, вот сколько конкретных дел было передано Счетной палатой в прокуратуру, ну, скажем, за последний год? Очень много. Я скажу так. Более 300 проверок было проведено за неполный прошлый год. В прошлом году мы только практически с июня начали работать. Ну, наверное, примерно каждая вторая или третья проверка содержала материалы, которые мы передавали в прокуратуру. Какой-то умный человек сказал однажды, что ценность каких-то вещей определяется человеком только тогда, когда эти вещи отсутствуют. Вот, наверное, то же самое можно сказать о газе, тепле, электричестве, с которыми мы постоянно живем. Все это приносят в наш дом